Когда задается вопрос, как не впадать в панику, первое, что приходит в голову, это то, как же сохранить позитивный настрой. И здесь в первую очередь приходит ответ, что позитивный настрой – это веселый настрой. То есть, ну, там, шутить, каким-то образом иронизировать над неопределенностью или над чрезмерным минорным восприятием чего бы то ни было. И да, наверное, в этом есть некий резон. Но вместе с тем кажется, что делать установку на то, как не впадать в панику и как повысить настроение, в этом есть некая однобокость. Мне кажется, что было бы важно посмотреть не только на то, как не впадать, но скорее на то, что должно, чтобы было. То есть не только как сказать «нет» панике, это еще не значит, что сказать «да» чему-то важному и хорошему. Так вот, как раз посмотреть на то, чему бы мы могли сказать «да». И здесь, когда речь идет о позитивном, то есть на самом деле не обязательно веселом, а на настрое, который не связан с какими-то деструктивными мыслями и деструктивными переживаниями, то есть тогда мы можем говорить о том, что этот настрой позитивный. Так вот, речь идет о том, что мы должны увидеть и сказать «да» чему-то такому, что является безусловно важным. И даже если это не вызывает там смех и улыбку, это вызывает какое-то состояние воодушевления, какое-то состояние глубокой радости, какой-то осмысленной радости. То есть что-то такое должно происходить в любые времена, а уж тяжелые или тревожные времена, так тем более, то, что действительно вдохновляет человека и призывает человека, исполнение чего, чему себя посвящает человек, купирует в том числе и состояние паники. Так что же тогда это могло бы быть? Такое, что является безусловно осмысленным, то, что не связано с деструктивными мыслями, и то, что должно исполняться, несмотря на любые тяжелые времена. Это всегда индивидуальный ответ. Каждый из нас может посмотреть на то, из чего складывалась его жизнь на данный момент, и на то, как ему хотелось бы, чтобы она складывалась, что бы он хотел привнести в эту жизнь. А сейчас, в данный момент, когда условия такие изменчивые, когда нет какой-то стабильности, что же должно быть стабильным? На что можно сделать ставку, когда ветер тебя мотает из стороны в сторону? Что позволяет тебе твердо стоять на ногах? Может быть, это любовь, о которой ты не думал так полноценно, так с придыханием, с каким-то важным и серьезным отношением, считая, что есть и есть. Так вот, может быть, есть смысл посмотреть на эту любовь как на некий дар, как на тот самый подарок. Как ты познакомился с этим человеком, которого ты любишь? Что же вас связывает? В какую сторону вы вместе смотрите? Что могло бы быть для этого любимого человека сейчас в эти тревожные времена очень важным? Как ты его можешь поддержать из того, что именно для него является самым подходящим? Не для тебя, но для него. Как ты его видишь, как ты его считываешь, как ты его ощущаешь? Что бы могло бы быть для него, даже независимо от того, как колеблется ветер, важным в этой жизни? Может быть, это дети, которые, ну, действительно, это же очень важно, которые сейчас, ну, в какой-то степени предоставлены такой, на их взгляд, безграничной свободе. Так вот, только ли дело о свободе? Может быть, у детей появится впервые ощущение какой-то значимости, и когда вместе с ними можно рассмотреть, независимо от возраста детей, к чему они могут быть тоже призваны, к чему они могут быть предназначены, в чем может быть их малая или даже большая ответственность, что поможет им научиться в своем, возможно, первом опыте или же убедиться в уже каком-то предыдущем опыте в правильности этих приобретений, в том, что они могут сделать, как они могут позаботиться, в чем их задача будет заключаться. Такой хороший пример исполнения того, что является учебой не в тетрадях, но учебой по жизни, учебой преодолевать сложные ситуации, смотреть им прямо в глаза, не обходить их стороной, а действительно смотреть на то, как разрешать их самым подходящим, самым осмысленным образом. Посоветоваться с ними, поразмышлять с ними, создать какую-то новую сказку или даже притчу, или какую-то быль в контексте того «я и мое отношение к тревожным ситуациям». И, возможно, это станет каким-то опусом
которому можно будет обращаться и в дальнейшем. Или же это какие-то новые слова, новые отношения в связи с родственниками старшего возраста. Может быть, что-то такое нужно привнести, нужно сделать, нужно услышать, спросить. Спросить наших старших родственников о чем-то, о чем они осведомлены, а мы, ну, вроде бы упускали из виду и не обращали на это внимания. Может быть, какие-то вещи, которые позволят нам обрести нашу веру в самих себя, свидетелями чего являются наши родители. А мы уже не помним, как это было в нашем детстве или юности. Родители могут нам припомнить эти наши сильные стороны, то, как мы обращались с какими-то сложными ситуациями. А мы, в свою очередь, таким образом их поддержим, чтобы они знали, что то сильное и хорошее, мужественное, чему они являлись свидетелем, сейчас начинает работать уже на наших старших родственников и помогать им справляться с этими непростыми временами. И речь не идет о запасах, которые нужно делать, а речь идет о запасах тепла, которые бесконечные, которые никогда не кончатся, которые всегда будут пребывать, как только мы будем их расходовать. Мы должны и можем посмотреть на что-то такое, что было как бы за кадром или было малозначимо в нашей жизни, а теперь вдруг выходит на первый план или должно, чтобы оно вышло на первый план. Давайте вспомним, когда мы последний раз просто гуляли. И даже трудно, наверное, вспомнить в детстве, когда нам не надо было идти куда-то специально, и попутно мы гуляли. Вот сейчас, может быть, действительно какие-то прогулки на свежем воздухе, ну, это не только полезно для здоровья, но еще позволят нас увидеть что-то. Увидеть, как распускаются почки, увидеть бесконечную синеву неба, увидеть других людей, увидеть здания, увидеть что-то, что, возможно, не на первом плане было в течение нашей торопливой прогулки в магазин или с собакой, а теперь мы можем выйти специально для того, чтобы увидеть этот мир, поздороваться с ним, сказать ему, что мы одно целое. Очень важно действительно распознавать, и это тоже про позитивное мышление, распознавать, что мы не одиноки. Что не только не одиноки в контексте собственной семьи или там какого-то профессионального сообщества, мы не одиноки в тотальном плане. Мы не одиноки как земляне, потому что сейчас мы действительно делаем какое-то большое общее дело. То, как мы справляемся, то, как мы организуем течение нашей жизни. И нам не все равно, что происходит с нашими соседями. Нам не все равно, как мы можем быть для них полезны, а они для нас. Мы принимаем, мы отдаем, и это наше общее. И это не просто какой-то блокбастер, который мы смотрим и сопереживаем это, когда это на экране. Это не на экране, это в нашей собственной жизни. И сейчас тот самый момент, когда мы можем быть героями самого что ни на есть интереснейшего фильма. И тот сюжет, который будет развиваться, зависит от каждого из нас. От того, маленького эпизода или большого, или просто участия в общей картине. Но это точно что-то общее, это точно что-то важное. Это точно то, что может быть сделано из того, что не было сделано до этого момента. И наше участие, наше соучастие представляется чрезвычайно важным. Ну и, конечно, в любом сложном моменте всегда найдется место иронии, всегда найдется место юмора, улыбки. И это точно то, что не может быть сброшено со счетов. И что же может нас умилить, что же может нас порадовать, чему мы все равно скажем «да» и чему мы улыбнемся. Вот обращайте внимание на эти большие мелочи и позволят нам справиться с любой ситуацией, с которой бы мы не встречались. Ведь пока мы живы, это и есть знак того, что мы справляемся. Если вдруг мы не справимся, то мы просто об этом не узнаем.